25 января студенты всей страны отмечают личный праздник. Прозвище «Татьянин день» он получил в честь чтимой в православии священномученицы. Поэтому все Тани со студенческим билетом в этот день получают двойные поздравления. В поисках Татьян и не только мы отправились в Краснодарский краевой колледж культуры. Образовательное учреждение многие годы занимается подготовкой квалифицированных кадров для сферы культуры и искусства. Спросили о самом прилежном и трудолюбивом студенте. Указали на Машу Костырину. Созерцать ее во время танца, будто наблюдать за бумажной балериной из сказки Андерсена. Девушка также грациозна и утонченна. Но за внешней хрупкостью скрывается недюжинная сила. Немногие бы выдержали ежедневные 12-часовые репетиции, занятия у станка и растяжку. Распорядок дня у хореографов очень тяжелый, потому что мы с утра и до вечера занимаемся танцами. Мы задействованы в разных мероприятиях, в дипломных работах и в наших собственных работах. Распорядок дня у нас состоит практически только из танцев, особенно на третьем и четвертом курсе. Нас начинают очень сильно загружать и готовить уже именно к взрослой жизни и к ансамблям. То есть мы находимся в колледже где-то с 8 и до 6-7 часов вечера. Но несмотря на трудности, танцы для нее неотъемлемая часть жизни. И придерживается девушка определенной философии. Если сильно стараться, то это может понравиться многим людям. После передышки Маша вернулась в хореографический зал. А мы отправились выяснять, кто скрывается под шутливым прозвищем «Караоке». Студентка 4-го курса отделения организации культурно-досуговой деятельности Алена Доценко буквально прославила свою альма-матер потрясающим вокалом. В прошлом году Алена стала лауреатом 2-й степени Всероссийского фестиваля творчества «Студенческая весна» в городе Челябинск. Сейчас она руководит собственной вокальной шоу-группой. Я пришла к нашему директору Жанне Велихановне и сказала, что давайте мы создадим на базе колледжа вокальную группу с эстрадным вокалом. Мне дали добро, нашли помещение, и мы стали с ребятами заниматься. Администрация нашего колледжа всегда идет навстречу нашему вокальному коллективу. Репетиции, аппаратура, все предоставляется. Если нужны какие-то костюмы, поездки на конкурс, мы сейчас очень часто стали ездить на вокальные конкурсы. Не так давно мы привезли лауреат 1-й степени с моей группой. И в дальнейшем, я думаю, что наша группа станет еще успешнее, и нас знают вообще во всем Краснодарском крае. Надо сказать, что директор колледжа Жанна Тиунчик и преподаватели учебного заведения стараются поддерживать любые творческие начинания студентов, помогая им раскрыться и реализовать задуманное, впоследствии испытывая гордость за значительные успехи своих учеников. Благодаря одной из них, Татьяне Каменевой, вот и нашли мы, наконец, студентку по имени Татьяна, Краснодарский краевой колледж культуры вошел в топ-20 лучших учреждений на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Бонусом получили 2 миллиона рублей. Участвуя в нем в первый раз, Таня дошла до финала, а вот в прошлом году, принимая участие уже во второй раз в городе Нижний Новгород, взяла, да и выиграла, заработав еще 1 миллион. Наверное, с 4 лет я посещала Дом культуры, различные кружки. В общем-то, тогда уже знала, что моя жизнь будет связана в дальнейшем с творчеством. Но я безумно благодарна данному учреждению за те знания, которые они мне дали. У нас замечательные преподаватели. Тебе не стыдно переспросить, если ты что-то не понимаешь. Отпраздновать нынешний день студента собираются нестандартно, поменявшись ролями с преподавателями. Наставники 25 января получат незапланированный отдых, а студенты попробуют себя в роли учителей. Например, я буду занимать должность директора колледжа, а Татьяна будет занимать должность заместителя директора по учебной части. Работа предстоит очень большая. Нам дали планы работы, которые мы должны выполнить, приказы, которые мы должны написать, и потом мы будем отчитываться перед настоящими преподавателями, руководителем нашим, какую работу мы провели. Надеемся, что все получится, да.